Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 21 на странице 9 рабочей тетради по математике для 2 класса автором Аром. Составь устно по таблице две задачи и реши их. В первой колонке у нас написано было, во второй истратили и в третьей осталось. У Маши было 25 рублей, а у Лены 20 рублей. На покупку журнала они истратили 30 рублей. Сколько денег осталось у девочек? Записываем решение задачи. Сначала мы узнаем, сколько денег у них было. Для этого к 25 прибавим 20. Это получится 45 рублей у них было. И чтобы узнать, сколько денег осталось, вычтем 30. 45 минус 30 равно 15. 15 рублей R с точкой. Записываем в скобках. Осталось у девочек. Пишем ответ. ₽15. Составляем задачу по второй строчке. У Пети было 64 рубля. Утром он расходовал 10 рублей, а вечером еще 30 рублей. Сколько денег осталось у Пети? Было 64 рубля. Мы должны будем вычесть сумму чисел 10 и 30, то, что он потратил. Сначала выполняем действие в скобках. 10 плюс 30 равно 40. 64 минус 40 равно 24. 24 рубля, с точкой записываем в скобках, осталось у Пети. Пишем ответ. 24 рубля. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.